Всем привет, друзья! С вами Закупыч, это ваша любимая рубрика по ссылочке от подписчиков. Приехали ко мне в один день сразу три такие посылки, знаете, они большие. То есть они все три весят около килограмма. Я взял случайно первую. В общем, это означает то, что вас ждет марафон посылок от подписчиков в количестве трех штук. Не знаю, возможно, они будут подряд выходить, возможно, с разницей в один день. Так что, если вам нравится эта рубрика, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А вот эта посылочка к нам приехала из города Реутов. Реутово это если вы едете на электричке, а Реутов это если просто говорить Реутов. Так, тут никакой палева никакого нету. Так, нет, вроде тут все нормально. Это значит, люди заказывали себе Диагостини товары. Вот, собирали, возможно, какую-то коллекцию. Возможно, Мумидома, возможно, какому-нибудь там, я не знаю, Звездные войны какие-нибудь. Или что там Диагостини, еще Железного человека делали. В общем, очень много всего интересного. Давайте приступим к распаковке. Посмотрим, что же там внутри. Оп, оп, это уже вторая посылка из Реутова, которая вот недавно ко мне тоже приезжала, и уже был обзор на первую. Так, что это такое? Так, подождите. Так, тут какие-то ИНН, ИНН организации и так далее. Так, это я уберу. Милане, это для Милане задание. 5 плюс 5 сколько будет? Вот, это вам задание. Пишите ответ в комментариях. Сколько будет 100 плюс 100, сколько будет 10 плюс 10, сколько будет 2 плюс 2, сколько будет 3 плюс 10, сколько будет 20 плюс 10. Милана! Милана! Не знаю, придет она или нет. Мы сейчас зададим вопросы. Идет. Кто-то идет. Милан! Милане задание. Пускай ответит на вопросы. Мне прям самому интересно. Так, Милана, сколько будет 5 плюс 5? 10. Правильно. Сколько будет 100 плюс 100? 200. Правильно. Сколько будет 10 плюс 10? 20. Сколько будет 2 плюс 2? Это будет тогда 4. 3 плюс 10? 3 плюс 10 – 13. 20 плюс 10? 20 плюс 10, дайте подумать. Если одному прибавит 2, 3, а здесь тогда 30. Вау, Мила, ничего себе! В первом классе хорошо учат считать, народ. Обалдеть. И посмотрите, какая огромная очки посылка. Очки для плавания. Это то, что мне надо. Милане. Милане, очки для плавания. Есть, но они могут мне чуть-чуть наложить. Да, у Миланы вообще... Да вообще, очки нужно менять каждые 3 месяца. Вы знали об этом? Да. То есть они все равно, у них лифобное покрытие там стирается, вот это все. То есть это ими бесконечно пользоваться тоже неправильно. Я знаю, люди, кто на всю жизнь себе покупают очки, слушай, как это открывается. Но я не такой, я вот собираюсь менять себе очки, все правильно. Я ну, тоже нет, плаваю. Ты знаешь, что это же хлорка, ты в бассейне плаваешь. Ну да, она разъедает вот это стекло и... Короче, они начинают чаще запотевать. Ну, вообще, можно, конечно, плавать все время. Слушай, а тут, по-моему, даже пленочка на очках есть. Да. Или нет. Короче, не знаю. Вот такие очки. В футляре. Футляр, кстати, классный. Я их это надену, когда пройдет 3 месяца. Можно брать? Да. Так, тут у нас, смотрите, это у нас крокодил, которого можно... Вау, у него там внутри слайм какой-то, смотрите. Да, это крокодил со слаймом внутри. Слушай, прикольно. Прикольно. Крокодил. Вау, брелочек Амункасинка мягенький какой, классный. Это грабли, чтобы грабить огород скоро совсем, во всех огородах страны. О, это свинка Пепка. Пепка. Так, давай посмотрим, сколько я наберу очков. Так, 20 и... Кручу. Ну, это 80 очков, да? Да. Или надо крутить? О, и тоже 20. Так, ну, к сожалению... Слушай, это прикольная игра. 20. А в 50-то самое сложное попасть. Слушай, классная игруха. Нормально. Да. Так, тут также у нас из тролли большие гастроли. Это акция в Пятерочке о, была я такая. Себе это заберу. Вот. Кого ты себе заберешь? Брелочек. Ой, брелочек мороженка. Посмотри, какой няшный. Ну, посмотрите, какое няшное. Это мороженое такое пушистое. Это у нас перекресток, акция «Холодное сердце». Там у нас Свен. Также есть еще киндер-сюрприз ящерка, который умеет кататься и вот так барахтаться. Это Apple Duo. Редкие животные. Также тут есть чудо-липучка, которую ты кидаешь об стену, и она должна прилепиться. Да. Но, по-моему, ее надо намочить. То есть промыть водой, чтобы она стала более липкая. Давайте я попробую кинуть ее в стену. А, она еще светится, Милан, дай сюда. Она не прилипла.
Она не прилипла. Но она светится. Вы посмотрите. Света музыка, музыка громче. Так, а прилипнет ли она сюда? Нет, что-то она не липнет, да, надо ее намочить водичкой. Это, по-моему, из Макдональдса, да, акция? Они там должны держать карандаши в руке, и надо было этими карандашами разукрасить. То есть да. Это Макдональдс акция. Называется, да, Макдональдс, 2019 год, угледолсы вот это. Вау, это что за чудеса? Это поделки ручной работы. Так, ребята, каждый, кто смотрит это видео, должен поставить лайкосик, чик, закупычу и подписка. Закупыч, подписка, лайк. Надо подписаться Закупычу и поставить лайк. Да, вы только посмотрите. Вау, слушай, это выглядит мега круто. Я знаю, у нас задавали в школе, где-то надо это сделать. Киндер с динозавром. Да, стих какой? Стих, который где-то должны эти слова какие-то подходить. Вот. И здесь, типа, он сделал так, что в школе. Вот тут слова, и надо сделать какой-то стих. И говоришь, надо подписаться Закупычу, чтобы у него было 2 миллиона подписчиков. Да, и много лайков. Спасибо вам большое, ребятки. Так, смотрите, мячик. Очень-очень много попрыгунчиков. Это мне в коллекцию попрыгунчики. Так, а яйцо это откуда? Это что-то знакомое яйцо. Это откуда? Из этого акции, как там сказать? Бургер Кинг? Да, по-моему. Что-то знакомое, да. Так, смотрите, тут еще есть свитбоксы. Вот такая девочка без юбки. Странно, мне кажется, она должна была быть одета. Также, это что такое? Это лол-шар, лол-сюрприз, лол. И там внутри, знаете, кто это? Анна. Слышу голос, но не пойму, ведь приключений я не ищу. Вот письмо. Не знаю, у меня такое хорошее настроение, потому что офигенная посылка. Вот само письмо. Так, письмо. Письмецо в конвертик положу. Письмо для Дениса от Сони. Все, Соня, я тебя вспомнил. Ты мне прислала уже посылку. Твоя вторая посылка, да? Спасибо большое твоим родителям. Спасибо тебе большое. Спасибо маме, спасибо папе, спасибо всем. Это, я так понимаю, мама с тобой сделает посылку, а папа отвозит на почту, да? Или я ошибаюсь? Привет, Денис. Привет. Пишет тебе Соня. Высылаю тебе очень крутую посылку. Пожалуйста, сними мою посылку у себя на своем канале. Я буду очень рада. Напиши, тебе понравилась моя первая посылка. Твоя посылка была просто пушка, просто бомба. Ракета-бомба, петарда. С этими игрушками ты можешь снимать видео и, конечно же, играть. Мне очень приятно доставлять радость другим людям, поэтому я и решил отправить тебе эту посылку, чтобы обрадовать тебя. У тебя, Денис, самый лучший канал. В этой посылке есть две вещи для Миланы. С уважением, твоя соседка Соня. Вау. Соседка? Да, потому что они с Реутова. Это рядом. Это где живет наша подруга, которому в Реутов, помнишь, ездили? К Варе. Да. Вот где Варя живет. Да, я знаю. У меня еще одна. Мы были в Реутове на день рождения, там у нашей подруги, там Варя, у Миланиной подружки там живет. Она еще мне две книги подарила, и одну она мне дала, чтобы я ее прочитала, и я ей дала. Да. Итак, слушай, какой красивый почерк у твоей мамы. Мне кажется, она, наверное, писала в школе плакаты, да, делала. Смотри. Прикольный почерк, знаете, как эти, как объявления пишут на плакатах, там вот эта ручная работа. Прикольно, спасибо. А это кто такой? Кто проживает в Африке? Жираф! И звезды в Африке. Я сейчас с Валей смотрю «Звезды в Африке». Милана у нас постоянно подслушивает. Так, вот такой жирафик классный. Цветочек вышел. Цветочек, это мне волосы. Это мне для прически. Кукла Лол, это что, это оригинал? Да, это оригинал, ребята, кукла Лол оригинал. Посмотрим, что там внутри. Нужно крутить вот так. Крутим. Крутим и открываем. Крутим, тарантатунтим. Слушай, это какой-то хитрый замок. Как это? А, это бигуди. Это типа бигуди. Вот так это внимается. Да. Я не помню такого. Что это? Это же уточка в виде единорога, с которой можно плавать в ванной. И какой-то робот. Подот. Ой, слушай.
Он делает что-то? А, это типа из киндера, ты ведешь, он рисует. Видите, тут вот этот мелок, и он должен рисовать. То есть ты ведешь, и получается рисунок. Круто. Так, единорожку убираю, бегуди убираю. Это у нас мистер... Мистер Жук-бабочка. Это, наверное, типа, знаете, есть игра... этот... Как называется, наверное, игра, где таракан бегает? Его нужно... Каракота. Нет. Каракао. Да, картао. Ну, короче, мы забыли. И там есть такой, типа, таракан, он бегает. Но вот этот, я не знаю, как его включить. Сейчас я не знаю, как его включить. А что нужно сделать, чтобы он побежал? Народ, напишите в комментариях, что нужно сделать, чтобы эта штука побежала. Возможно, надо батарейки поменять. Но она, наверное, должна бегать и... Или летать, крылышками делать. Кукарача. Кукарача, вот, да. Слушай, я не знаю, как эту бабочку запустить. Я тоже. Да, у меня не получается. Я ее и так жму. И так, и так. И усики помял. И не знаю, короче. Вау! Кто-кто в юбке живет? В юбке живет! Кия! Кратиста! Просто она так руки держит, как вот она, каратист. Ой, какая прикольная игруха, слушай. Это я случайно так делаю. Это ты так руки сделала? Да, случайно. Или вот так? Собрались смешить. Алло, мама, где мои колготки? А то мы с папой в садик собираемся, не можем найти. Алле, алло. Да у нас тут пирожок. Ням. Это подзорная труба с Джорджем. Вот, это Джордж подзорная труба, смотрите. Это свинка Пеппа. Вы знали, что подзорная труба вот так уменьшает, а вот так увеличивает? Вы знали про это? Смотрите, кто там? Кто там? О, смотрите, я что-то увидел. Это какой-то монстр. О, там уточка живет. Привет, уточка. Привет, опять. О, снова буду купаться с ними. Она тогда была маленькая, у нас была целая семья уток, помнишь? Да, помню. А, такая большая утка, и туда маленькие уточки сверху клались, три штучки. Или ставились. Так, это вот она как раз-таки саранча. Саранча? Ну, возможно, это саранча, возможно, кузнечик. Наверное, все-таки это больше кузнечик, потому что зелененький он был. Да. Зелененький он был в траве. Сидел. Так, потяни по эту верёжку. Вау, ничего себе, как это секретно. Это вот такие штучки, кстати, используют в этом украшение посылок, такие деревянные. А что это за домик? Это получается как печатка. Видите, вы можете отпечатать снежинку с помощью нее. Можете на снег вот так или в песочек. Прикольно сделано. Это какая-то прилипала. Не знаю, видите, это крепится на браслет. Это, наверное, украшение для браслетов. Это самоделка, что ли? Что это такое? Это сольная. Это на пальчик. Всем привет! Я Пальчик Закупычай. Я уже распаковал 250 посылок из разных городов России. Да? Мяу. Вау, у нас такого тоже не было. Это тоже Макдональдс, 2019 год, Угли Доллс, вот такие. Интересно, что умел делать этот кот, ведь с ними шли еще такие, знаете, картонные домики, которые надо было раскрасить. О, это шары для жонглирования. Мне нравится видео, знаете, бывает в интернете, когда они вот так ими двигают, этими шарами, это кажется, как будто бы они летят в руке. У меня так не получается, это надо как-то руками, вот так, как-то пальцами двигать. Так, тут у нас живут эти божьи коровки. Вы знаете поговорку? Божья коровка, лети на небо, там твои детки кушают конфетки, ля-ля-то-поля. Да, знаю. Это Лол. А в Лол находится вот такая веселая, кто это? Кузнечик, пестик. Нет, это напоминает гусеницу или это кузнечик? Нет, кузнечик. Не, не похож. Ну, смотри, у него какая ножка. Видишь, странно. Но еще две ноги у нее нет. Так что, скорее всего, это кузнечик. Также тут, вау, это же My Little Pony или нет? Похоже на My Little Pony. Это похоже на солдатики типа технолога. Это похоже на... из свинки Пеппа и ее подружку, которая умеет сидеть. Это похоже на черепашку-ниндзя. На ящерицу-ниндзя. Это алмазик с секретом. Его, наверное, можно открывать. Или нет, нельзя. Так это кто такой? Это что-то... Это, не знаю, возможно, что-то должно сверху одеваться. Мяу. Так, это катушки из пупка.
Кошачья. Стой, шутка. Что это? Что это такое? Наверное, туда что-то должно быть, а не положили. Что это такое? Смотрите, это шутка, чтобы... Это козьи шарики. Это из воздушного пластилина, вот такие штуки, знаете, такое ощущение, как будто голем развалился, как будто бы из этого надо голема собрать. Так, наверное, что-то не доехало, наверное, это должно было выглядеть как-то вот так. Наверное, они помялись. И развалились. Да. Это, наверное, был слоник. Наверное. Да? Но он повредился. Похоже на слоника. А это похоже на Марс, который в окружении астероидов. Не похоже. Это Марс в астероидах. Не знаю, что это такое. Не знаю. Ну, не доехала. Такое бывает. Так, подожди, да, я проверю. Тут, так, тут все, тут коробочка пупырка. Сейчас я уберу это со стола. Вау, это же тот, кто проживает на дне океана. Кто проживает на океане? Морская капуста. Капушка капуста, бубка боб, спади боб. Вау, откуда это? Это что, это где гостини? Да. Вы посмотрите, это реально пластиковый панцирь. Слушай, можно назвать видео «Настоящая черепаха» по ссылке от подписчика. Или черепашка-нинджа. Смотри, а она сама резиновая, такая мягкая. То есть, по идее, ее можно даже туда спрятать. Да, как да, смотрите. Черепахи делают. Помогите! Помогите! Я задыхаюсь, у меня клаустрофобия! Представляешь, черепаха с клаустрофобией? А слушай, что? Какая офигенная черепаха. Это далее что? Тут есть робот-пони. О, что-то похожее мы снимали распаковку. Я что-то вспоминаю такое. Что-то надо было ее украшать. Да. Что-то мы такое видели, да? Мы что-то покупали. Это Спанч Боб из Макдональдса, по-моему, да? Тут должно быть написано. Тут написано... 2021 год, Макдональдс. Да, это Спанч Боб из Макдональдса. Сейчас эти игрушки раритет. Скорее всего, Макдональдс в России больше не вернется. Мне так кажется лично. Поэтому эти игрушки, они прям раритет-раритет. Потом будем своим внукам рассказывать, то, что вот были такие классные игрушки из Макдональдса. Так, это машина-тачка. Disney Pixar, это оригинал. Слушай, это оригинал Молния Маккуин. А он ездит? Я, кстати, хотел их купить себе на обзор, потому что я видел на них сейчас распродажи. Есть. Помогите, и они достаточно дорогие вообще машинки. Не, это просто она полностью из металла, она, ну, как бы, не едет. Disney год не написано. Но это Mattel делает то же самое, что и Hot Wheels, только эта машинка побольше, чем Hot Wheels. Смотрите. Так. Да, ты опять спрятал. Я застряла. Так, что это? Снап, она ее съела. Видите? Типа, летит муха, она такая, подлетает, и хоп, съела ее. О, да. Слушай, а что это? Я не такой штуки не... О, ты мне, похоже, рыбку присылала, по-моему, в прошлой посылке. Да, я помню. Угарная рыба. Вот ее, кстати, вот тоже я бы даже на заставку поставил, но я даже не знаю. Она реально угарная рыба. Вы посмотрите на нее. Ква! Не знаю, как рыба даже... Какой звук издает рыба, Милан, как ты думаешь? О, это мне в коллекцию камушков. Я же показывал вам, где мы храним камушки. Слушай, это когда-то была бутылка, потом она упала в воду, ее точило водой, и получилась такая штука. На самом деле нет, дети, никогда не бросайте стеклянные, пластиковые бутылки, любой мусор в воду, вот в речку. А то я видел, многие дети ходят и бросают всякую фигню, мусор в воду. Это прям очень-очень плохо, вы посмотрите. Смотрите, какая красота. Вау. Вау. Чики-пау. Слушай, вот такого камня я никогда не видел. Вот такие камни я видел, вот такого вообще никогда камня не видел. Вы посмотрите на него. Этот камень, он умеет открывать глаза. Это камень супергерой. Но на самом деле это 44 котенка, да. Rainbow написано, это оригинал. Вот, очень крутая коллекция, кстати. У нас почти вся коллекция, наверное, дома была, да, Милан, ты видела? Да. Вот этих, у нас их очень много. Да, почти целая коллекция.
Ну что же, посылка, как всегда, мега крутая. Я думаю, за эту посылку можно поставить лайк, подписаться на канал, поставить сердечко, сделать репост, позвать свою бабушку и сказать: подпишись на канал, Закупыч. Спасибо большое, Соня. Твои посылки вообще прям поднимают мне настроение. Всем пока. Пока.